Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам про новинку седьмого каталога. Это кальций плюс К2. Все мы знаем, что телу человека необходим кальций, чтобы обменные процессы у нас осуществлялись хорошо. Он играет также важную роль в передаче нервных импульсов, регуляции артериального давления и свертывания крови. Но в эту баночку еще добавлен не просто так витамин К2, то есть менохинон. Он у нас предотвращает отложение кристаллов кальция на стенках сосудов. Он убирает излишки кальция из сосудов и перераспределяет их в нужные места. Поэтому он по назначению в костную ткань доставляет и удерживает кальций в костях. Мы все знаем, что кальций у нас вымывается ежедневно. Это биологические процессы. Но для того, чтобы лучше усваивался кальций, также нашему организму необходим вот такой замечательный витамин D3, который также имеется в нашей компании. Там 2000 единиц международных, и это дневная норма. Принимайте вот такие две баночки, и ваша костная система скажет вам спасибо. Будьте здоровы! А теперь я хочу показать, в каком виде представлены наши продукты. Кальций плюс К2 представлен в виде вот таких белых капсул. Они принимаются, значит, по одной капсуле два раза в день во время еды. А витамин D3 представлен в виде вот таких красивых капсул. Его нужно принимать один раз в день. Здесь суточная норма. Вот такие у нас прекрасные продукты.